Топового нема? А где бежали, бежали, покидали на. Так начали ебашить артиллерия, блядь, и пиздец. И не туда, и не сюда, нахуй. Кто успел? Ну, сколько там этих, блядь, должны пацаны его сейчас все поприедут и пизда им там. К концу октября... Не все так плохо, мам, у них все есть, у них ночники есть. У них все это есть. Понятно. У нас ничего, у нас даже жрать не возят. Не надо это рассказывать. К концу октября, сказали, Лиман уже будет освобожден полностью. Ну, мы под Лиман, ну ладно. Так что будет хорошо все, Бог даст. Леша Шкодич там должен быть у тебя на передовой. Да ладно. Да, отпустили же всю тюрьму наших пацанов. А он точно ушел? Точно, фотка с женкой стоял, все, ушел. А, даже так они с этой тут зоны, с нами, где... они с нами тут, он на передке. Ну так вот, вот там Лешка, это там с Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло.